В отпуске как никогда хочется сменить привычный городской пейзаж на морской. Но что делать, если желание отдохнуть есть, а денег на долгожданную поездку не хватает? Сбербанк России поможет решить проблему. Репортаж далее. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Чтобы получить нужную сумму на поездку, необходимо лишь зайти в ближайшее отделение Сбербанка. Причем вас попросят предоставить минимальный пакет документов. Тем, кто получает заработную плату в Сбербанке России, достаточно принести паспорт и номер банковской карты, на которую приходит зарплата. Процедура оформления несложная, займет всего 2 часа. Одна из особенностей кредитов на отпуск – это небольшой срок – до 5 лет. При этом, как правило, года вполне достаточно, чтобы расплатиться за среднюю туристическую поездку. Даже если отдых обойдется в большую сумму, выплата кредита будет не слишком обременительна. То есть, если, допустим, брать кредит на поездку в Турцию, там, ну пусть это будет 50 тысяч рублей, например, и брать его на год, то человек в месяц будет перечислять в погашение кредита вместе с процентами приблизительно 4730, где-то 4800, вот так мы прикинули. Вот, если на 3 года, то это где-то 2000 рублей в месяц. То есть вот, если брать более дорогие путевки, там Испания, например, Италия, то есть брать уже путевку за 100 тысяч рублей, то, соответственно, на год это там 9450, на 3 года это почти 4 тысячи. Одно из важных условий удачного отдыха – возможность чувствовать себя спокойно в чужой стране в любой ситуации. Сбербанк России и это готов взять на себя. Вам стоит лишь оформить в банке страховку для путешественников. Она покрывает утерю багажа, документов, кражу личного имущества, транспортные расходы, связанные с задержкой рейсов, затраты на медобслуживание. То есть все то, с чем можно столкнуться на отдыхе. Но прежде чем выехать за границу, не забудьте проверить, нет ли у вас задолженности перед службой судебных приставов. И тут Сбербанк снова приходит на помощь. Вы можете это сделать в любом терминале и банкомате, а также через Сбербанк онлайн, зная свой ИНН или реквизиты паспорта. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.